Что до меня, то я могу сказать, люблю свою родину за то, что она дает мне шанец выбору моего накерунку життя. Где я могу научаться, у какую высшую научальную установу могу поступить, где я могу працавать. И на самой справе, эти амаль маленькие речи вельми важные в нашем житті. А еще я люблю Беларусь за ее богатую историко-культурную спадщину. Я вельми люблю читать творы белорусских авторов, таких как Владимир Короткевич и Максим Богданович. Так само мне вельми подобается белорусская музыка. И я сподіваюся, что наша молодь сможет прихилиться до родной мовы, дякуючи этому шляху. И ведаете, самое главное, за что я люблю свою краину, это то, что тут у меня есть будущее на моей родной земле, Беларуси. Самая великая подея у Беларуси – это Великая Отечественная война. Хоть самая великая, але и самая болючая, бо прошлася тяжким солдатским ботом по кожной семье. День амаль не засталося ни водного дитяти, батьков, сестер и братов. На жаль, эта болючая подея закранула и мою семью. У час Великой Отечественной войны у 1943 и 44 годе мой прадед был удельником партизанского отряда. И, на жаль, не дожил до вызволения его родного краю только месяц. Это его приклад назавсёды станет для меня гонором. И таких, как он, было шмат. Я вельми удячна своему продку за то, что сегодня я могу бачить свою семью, своих сябров, могу учиться и отримать профессию. Так само великий дякую нашим ветеранам за то, что дали нам мир. Именно в этом году мы отзначили 70-летие вызволения Беларуси. Наше поколение повинно не только ведать про это, але и помнить.